блядь. Бляха-муха. Пионеры. Так, произошел маленький косячок. Ну, косячок, разумеется, не в нашу пользу. Ну, что ж поделаешь-то. За эпизодом еще раз на 48-й. Результаты генетического анализа не являются официальными. Тебе здесь нравится, милый? Я нахожу это. Исследования в течение недели проводятся в 10%. Однажды сомнение о пользе науки посетило меня столь сильно. Попробуем зафигачить их полимером. И он вдруг проканает. Выбора-то все равно шибко немного. Это было небезопасно. Бля. Да. Идея хорошая, но не местная. В стиле кинеса все-таки посимпатичней. Ну все, давай побежали. Теперь что делать-то? А что делать? Что делать? Нифига не делать. Внимание! Напоминаю, что несанкционированное хранение и тебе здесь нравится, милый? Я нахожу этот комплекс депрессивным. Угу. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? Конечно, милый. Везде, где есть похотливость. Сука, холодильник. Подходи, подходи, уёбок! Щемись, блядь! Что это было? Осужденным под номерами 704-500. Тебе здесь нравится, милый? Я нахожу этот комплекс депрессивным. Угу. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? Конечно, милый. Просьба везде, передать оборудование управляющему и проследовать в отдел социального контроля. Сомнения о пользе науки Да где у тебя кнопка, падла? Да разбирайся, что сука. Ёбаный гибобот нахуй, падла. Нихера себе. Что это сейчас было?